Где ромашка мявкает? Орлицы прилетели. Рональд. Рональд. За голубями бегает. Рон. Так, птички кормежку ждут. Вечернюю. Сегодня все течет, тает. Просто лавины. По трубе все течет. Солнышко горячее было сегодня. Вся труба в наледи. Капает, капает, капает. Непонятно. Где он кричит? Рональд. Где рыжий кричит? Пойду спасать. Где он там? Может, сарай закрытый? Ай. Саша Мазин сегодня ходил в сапогах рыбацких. Говорит, еле доплыл. Все. Ромочка, ты что там сидишь? Чего ты там сидишь? В доме теплее. Кисунь. Кисунь. Где ты там сидел? Кисунь. Кисунь. Немножко лед уже ставил. С моих деревьев. С моих деревьев. Орлицы. Кота прятать, чтоб дал поесть им всем. Охотнички. Охотнички. Два рыжих. Гули-гули. Гули-гулечки. Чего ругаетесь? Чего ругаетесь? Лапам холодно. Кисунь. Лапкам холодно. Мне сегодня прислали материал, видео путешествия на поезде. Потому что опасно очень ездить сейчас на машинах, на автобусах, по таким дорогам, по такому гололеду. Вот. Я сейчас смонтирую и вам покажу путешествие. Как сейчас выглядят наши поезда Укрзализныти. Внутри, как выглядят, комфорт купейных вагонов. Мы сейчас очень редко ездим на поезде. Некуда просто ехать. Мне самой было интересно, как же это все сейчас происходит. Это было путешествие из Киева в Днепр. В Днепропетровскую область. И там тоже гололед сумасшедший просто. И все в обледенении. Надеюсь, вам всем понравится видео. Приятного просмотра.
Итак, у нас здесь поднимается и вот такие места для тех, кто едет двумя электричками. А потом вы поднимаете и здесь для вас уже второе отделение для вашего багажа. Немного взвилось. Вот здесь получилось. Самое. Ну, бьешься меня локтем. Ладно, здесь мыло, оно идет, я потом протру. Здесь тоже можно свое мыло, сухих салфеток не наблюдаю, конечно, но они должны быть для ваших вещей, для того, чтобы подержаться, чтобы сходить в туалет. А есть? Понятно. А здесь нет. Ну да ладно. Инструкция, как пользоваться. Кнопочка. Не выкидывать. Это вы налаживаете на туалет, чтобы после чего-то попочки не сели. Здесь кто броется, электрические принадлежности. Так, здесь показано, что у них есть. Здесь вы можете увеличивать громкость или уменьшать, если что-то говорят. Ну, такое окошко не открывается, только открывается летом, скорее всего, зимой не будет открывать. Холодно же будет. И раковина, как обычно. Ну, неплохой. И зеркалюшка. Привет. Итак, теперь дивимося на коридор. Обычно стандартный, ось такого плана. Всяк выпадок. Так, а вы уже пришли ко мне. Да, здравствуй, дом. На Верховцево. Тащина льда просто космическая. Гололёд. Очень страшно идти. Все во льду. Просто. Все дерево покрыто льдом. Снега особо нет. Тупо. Честно, очень страшно идти. Я вам передать не могу. Переживаешь за свою жизнь, идешь такими лилипутскими шажками. Аж хрустит подо мной. Ух ты, ё-моё. Столбы тоже все во льду. Кайф. Ну ладно, бутоны. А мне надо туда, там магазин. О, вот такой вот магазинчик.
С такими глазами, смотрите, божечки, какие у тебя белые глаза. Офигеть, покажи. Нифига себе. За чудо с голубыми глазами. Где же белыми все так. Здесь вот такая вот выставочка. Тоже самая. Ты нормально? Не холод? Вот так вот. Продуктовый хуторок.